теперь пройдемте в офис. Тут есть диван, но он также раскладывается, и тут могут спать два человека. Тут очень полно различных книжек и фильмов. И кассет. И еще тут очень хорошо можно работать, потому что тут всегда тишина. Кстати, для вашего внимания я говорю, что у нас есть очень большая система охраны. Вот и как раз еще один наш маленький охранник. Ах да, на всякий случай мы покажем, где находится наш аудиторий.